Приветствую вас на канале Esplay. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed 3. Сегодня третья серия по собирательству всякой дряни в Нью-Йорке. Пол города мы уже зачистили, осталось дряни ровно половина. Так, сейчас заберем последнюю побрякушку. Насколько я помню, последняя, потому что у нас было 24 из 25. Да, все. Клево. Потом придем к нему, он там миссии нам даст всяких. Так, ладно, куда дальше? Ну, пойдем вот этот освободим. Кто тут? Что тут? Потребует кого-нибудь избить или что-нибудь украсть. Или подкинуть, блин. Кстати, у меня доступны все чуваки, поэтому давайте-ка их отправим куда-то на задание, что ли. Так, что у нас тут есть-то? О, давай, вперед. Ну, пусть занимаются. Не будем их беспокоить пока что. Сбить лидера, чтобы добыть от него информацию. Кто лидер? А, лидер вон тот. Ладно, берем кулачки. Блин, не замочить было. А, он уже сдается, кстати. Дебилы. Так, что-то их непомерно много стало. Подло. Все, выбрасываю эту штуку. Как найти вашего главаря? Никак. Он на борту своей плавучей крепости, где-то в бухте. Никто не знает где. Уже второй чувак, которого мы спрашиваем, потому что, помнится, у кого-то еще он спрашивал такую фигню. Так, где тут этот крикун там или кто? Все, ты меня не знаешь. Ладно. Так, что у нас тут плакатик упускаем. Пойдем. Ну как плакатик, в смысле этот. Альманах. Сразу на крышу соберем. Опа, ты чё это? Не каждый день такое увидишь. Хватит, нас придись. Так, где он? Блин, далеко. Нафиг я сюда залез, надо бы не залазить. Так, на каком доме? Ну вот здесь по-любому надо залезти.
Караваны вернулись. Угу. Ты нафиг. Башку оторву! От меня! Вот и вся погоня. Ха-ха. Блин, как он высоко. Зараза. Есть. Он полетел прямо на меня. Вот повезло. О, 4 из 4. Инструкция по созданию изобретения. Еще нужно будет изобретение сделать одно. Наверное, даже два. Так, давайте почитаем, что тут. Альманах бедного Ричарда, 1737 год, выпуск 2. Понедельник, 5 июля, всего 31 день. Беспутный Джек, что милостью друзей живет, раз уж не гонит все в зашей. За 20 шиллингов, что друг ему судил, боюсь, подумал друг, что подарил. Собрался и расписку написать, бумагу же хотел у друга взять. Друг от расписки отказался, благо, не деньги сохранит, так хоть бумагу. Смерть, священник и адвокат, вот нерушимый триумвират. Смерть забирает их хворых и здравых, адвокат получает с виноватых и с правых, священник же из неживых может брать. Худшее колесо в телеге слышно больше всего. Действительно. Понедельник, 6 августа. На смертном одре муж лежит, жена его в отчаянии. Рыдает он, она скорбит, так оба опечалены, и пусть страдания равны, разнятся опасения, молитвы тайные жены отнюдь не о спасении. Не вводи в заблуждение ни доктора своего, ни адвоката. Чем реже дерево туда-сюда сажают, тем чем реже дружное семейство разлучают, тем больше они оба процветают. Понедельник, 7 сентября. Ты говоришь, я скоро изменюсь. Как скоро? В этой жизни ли дождусь? Или раньше пересохнет океан, чем твой осуществится скорый план? Твой уж скоро, клясться я готов, ждать можно до скончания веков. Стать лучше вознамерился с утра, кто поумнее стал еще вчера. Пусть письмо ждет почтальона, а не почтальон письмо. Три плотных приема пищи в день – ничего хорошего. Лучше отправиться к врагу при смерти, чем молить о друге при жизни. Кому секрет свой отдаешь, тому свободу продаешь. Понедельник, 8 октября. КТТ, разрушившему славные деревья самого домовладельца. Что это значит? Так, нам как благословение свое, природа дарит на врагов чутье. Гусь от лисы бежит, хоть и дурак, овца от волка и от скал моряк. Предчувствуя пеньковый воротник, деревьям вор не доверять привык. Хочешь иметь безупречного слугу, обслуживай себя сам. Действительно. Тот, кто погонится сразу за двумя зайцами, упустит обоих. Но это древняя поговорка. Если хочешь опрятную жену, выбирай ее в субботу. Если у тебя есть время, не трать его понапрасну. Понедельник, 9 ноября. Готов ты фунтов сотен 5 на странствия потратить, поближе старый свет узнать и стать умнее, кстати. Уж раз твой нрав всегда с тобой, в гостях его обуздывай. И содержание удвой, чтоб странствовать неузнанным. Скажите скряге, что он богат, а женщине, что она стара, и не видать тебе ни денег от первого, ни доброты от второй. Не ходи к доктору с каждым недомоганием, к адвокату с каждой ссорой и к кувшину с каждой сухостью в горле. Понедельник, 10 декабря. Пусть женщины – книги, мужчины – падки, искать в таких изданиях опечатки. Не все, иной вот не перестает боготворить страницы, переплет. И так, признаем, все-таки бывает, что некоторых вовсе не читают, а кто-то их готов уподоблять журналу, чтобы каждый год менять. Кредиторы – суверная секта наблюдателей за заданным днем и временем. Самый благородный вопрос в мире – чем я могу тут быть полезен? А ты создан не для самого себя, а для целого мира. Ничто так не популярно, как добродетель. В прошлом выпуске я публиковал некоторые загадочные пророчества, не ожидая, что кто-либо примет их за серьезные предсказания. Ниже приведено обещанное разъяснение. Первое. Вода из морей и рек испаряется под солнцем и поднимается вверх, образуя в воздухе облака, проливающиеся потом дождем. Когда с неба льет, что часто бывает при северо-восточном ветре, города и другие объекты на земле оказываются под водой. Второе. Силы, с которыми мы не враждовали, но которые, как и было сказано, вывели многие суда из портов до конца года – ветра, что нельзя назвать ни приходящими, ни уходящими. Третье. Войско, которое, согласно пророчеству, должно было высадиться на берег Вирджинии, Мэриленде и нижних графствах Делавера, не мушкетеры с ружьями на плечах, как ожидали некоторые, а москиты с острыми жалами.
Всем известно, что до того, как отправиться в первый полет, москиты обитают в воде. Поэтому, наверное, они высаживаются до того, как становятся назойливыми. Чудесное пророчество на январь 1737 года, полностью состоящее из странных предсказаний. Лишь только минет первый месяц года, большие чудеса узрят народы, четыре короля встряхнут весь Альбион, он в раз присвоенными вдруг станет погружен. Один найдет себе нежданный клад, другой монетки медной будет рад, и затрепещут в ужасе не раз сердца, заслышав жуткий трубный глаз. Затем в больших и малых городах давно усопших содрогнется прах. Так, это, по-моему, предпоследний, да, альманах? О, пойдем, кстати, точечку обзора посетим. Так, это вон та церквушечка. Так. Почему вот он меня его не перезаряжает? Хотя вот... О, два раза надо нажать. Офигеть. Я все никак не могу понять, почему он не перезаряжает. Оказывается, вот эту кнопку, которая указана, нужно нажать два раза. Блин. А ладно, ладно, мужик. Все равно мне придется перелазить. Что за ботва? Вы что, офигели, что ли? А что к чему-то? Лезем. Сейчас докопаются еще, блин. Эта тварь у меня как на ладони. Кто тварь? Кого ты тварью назвал, тварь? О, петушок. Золотой гребешок. А, твою мать, ну как так? Я не вот... Что вот это за гон? Вот это реальный косяк. Вот он всегда поворачивается после синхронизации к сену. И можно просто прыгать, и всегда упадешь в сено. Но нет, как так выходит, я... Меня аж бесит, я аж не могу. Слов нет. Пойдем караван отправим какой-нибудь. Это что-то денег, 60 тысяч осталось. Было 90, по-моему. Не будем заморачиваться, купим просто эти. Шкуры медвежьи, отправим их. Здорово, у тебя тут книжки поковыряюсь. Да, да, молодцы. А морской караван еще в пути. Ну, давай отправим, значит, землей. Ну и что, бобра тогда тоже купить. Так. Шкурка. 720, 792. О, 1128, обалдеть. Блин, ну риск 35, конечно. Поэтому отправляем также вот этому типу. Ну,
Так, ну вот все, последний караван загружен. Продолжаем. Меня что-то от этих действий в сон начинает клонить. Фух, от однообразных, что ли. Что у нас тут поблизости? Вот, освобождение. Конечно, свалило куда-то. Ну и что там за задание? Опять выбить из лидера всю информацию. Когда ваш главарь будет здесь? Через пару дней! Отпустите, умоляю! И что, вот он его убивает или просто удушает немного? Придушивает, так сказать. Так, страничка. Ну-ка, а здесь я могу через белье пройти? Вот тут почему-то я прохожу через белье. А на суде не мог. Это все, что вы в состоянии сказать друг другу? Так, лист прям на самом верху. Фигово дело. Просто я туда быстро-то, наверное, не залезу. Да что ради-то? Вы что докопались до меня? Офигели, что ли? Капец вам, козлы. Офигеть вообще. Чё за ботва? Капец, что-то меня бомбит, я прям не могу. Козлы. Да возьми ты уже, твою мать. Ты ублюдок, а? В юбке козлина. Что вы меня бесите? Подожди.
Да, нажимать надо два раза. Сейчас он сразу прям начал перезаряжать. Начну когда-нибудь эту страничку подбирать или нет уже? Ну, вот так вот я и думал, блин. Вообще не представляю, как ее поднимать. Подобрал? Офигеть. Вообще случайность, блин. Не, ну хорошо, что все время не вести, что ли, должно. Да ё-моё. Так. Здорово. Так, пойдем вот на это ближайшее освобождение. А как мне выбрать оружие, вот которое у меня третье, получается, было? Никак, что ли? Задание. Вот это прикол. Тут еще одна точка обзора. Я разве не посетил их все? Пусть закон разбирается. Он так точно грохнется. Пусть закон разбирается. Странная какая-то точка. Пойдем посмотрим. По-моему, я все собирал. Да иди ты нафиг. Слезай или пожар. Да ёлы-палы. Точка, блин, она вон той часовни. Да что это ровно в натуре за день? Да ё моё. Так, сено тут. Ну тут же нормально он прыгает. Так, понятно. Пойдем-ка вот сюда.
что на лошади намного быстрее будет. Так, куда ты скакал-то вообще? Да ё-моё. Ай, капец. Пусть закон разбирается. Чё за фигня, куда я вообще бежал? Куда бежал, там уже не понадобился. Да. Что ты стоишь? Ты почему ты не бежишь? Ну что ты не лезешь-то? Ну, что за фигня-то? Блин. Так куда ты лезешь-то? Что это было за фигня? Да что такое-то? Да что такое, блин? Меня что-то уже опять спать вырубает. Поэтому я сейчас, наверное, буду тупить. Ой,
Боже, как она меня бесит уже, эта фигня вся. Все сундуки открыли. Так, а тут что у нас происходит? Все, собака готова. Так, где это мы? Вот они, где. Так, ну это сразу явно задание какое-то. Где он тут какую-то подлодку ковырял? Все, нету. Так, так, так. Давай все-таки отправимся куда-то. Спасибо, мне пока агент не нужен. Кто это? Да, что-то я уже вдупляю. Надо ложиться спать, наверное. Серия получится коротенькой. Чё? Так, вон он на карте обозначается все-таки. Листик этот. Вон я там толпа со мной совсем. Короче, толпа ребятишек бежит за нами. Куда вообще шел? О боже, пока оно сейчас активно, оно будет недоступно. Пока мы заметны, в смысле. Да ну нафиг. Твою мать, сейчас завалят меня. Да что это за день сегодня, а? Я просто не могу, меня прям сносит. Прям бомбит. Да идите вы все нахрен. Где эта страница? Вон она. Да кто-то их две? Есть.
Угу. Так, ну что у нас тут еще перед... перед сном, так сказать, выполнить? Подберем альманах. Не-не-не. Приехал, потупил и уехал. Так, я вообще за листиком пошел. Вы меня отвлекли. Сейчас ты ударишься. Перезарядочка. Не густо нам, не густо набрали, конечно. Но, наверное, на сегодня все. Серия получится короткая, потому что меня что-то прям реально сносит. Я прям не могу. Меня псих берет. Все идет не так. В танке я сейчас играл. Вообще ни одного боя, по-моему, не выиграл. Ой, какая жесть. Так что будем играть без дополнительных материалов. Твою мать, я опять чуть не разбился. Идите нафиг отсюда. Не бесите меня. Так. Ах ты, не лезет. Да что за фигня-то, блин, ну что происходит-то? Меня нервы уже сдают, реально. Твою мать, страница полетела. Короче, я упустил. В общем, продолжим в следующей серии, когда, я думаю, отойду, и меня вся эта злость пройдет, то у меня ни в одной, ни в другой игре чуть ничего не получилось. Прошу прощения. Получится мини-серия. В следующем обязательно доберем все остатки. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в будущей серии на канале Let's Play. Пока.